Всем привет, с вами Комаров Виталий. Я сейчас нахожусь возле нашего Бушмаковского перехода, как говорится, самого Бушмакова, и вот на этот рынок. Вот сам переход здесь. Так, вот она сама территория перед рынком. Так она выглядит. Работяга поехал, и вот наш прекрасный переход, всеми любимый. Вот его начало. Пошли смотреть. У нас действует программа комфортной среды. Вот Тамара Анатольевна Павлуткина сама сказала, что вложено в эту программу 800 миллионов, почти миллиард. Вот прям процитировал в точности. А вот на переходик деньгов не хватило. Это не один переходик такой. Сейчас мы еще сходим к одному. Вот. То есть вот плиты ямками. Сейчас вот самое интересное такое место есть у нас тут, достопримечательность. Вот что, нельзя вложиться и нормально все сделать один раз на всю жизнь. Вот такая вот штука у нас есть. Шпалы вскрытые, проволочка, арматурка, все нормально. Вот мне совершенно без разницы, кто кого должен дрючить вот за этот переход. То ли ЖД администрации, то ли администрацию ЖД. Этому переходу уже несколько лет. Так, а это у нас еще один переходик. Вот он где расположен. Вот такой вот. Это с 50 лет ВЛКСМ. И вот Бушмаковский элеватор. Переходик здесь вот находится. Вот так вот он выглядит. Напоминаю, что в комфортную среду вложено 800 миллионов. Почти миллиард. Да. И вот это все. Вот так вот как-то это выглядит. Все это шалтай-болтай. Вот уже здесь на дрова, как я понимаю, разбирают. То есть вот на комфортную среду 800 миллионов нашлось. А на нормальные переходы это вот здесь. И вот там вот в центре вон, где мост. Там, значит, денег не хватило. И вот она, основная достопримечательность. О, как он выглядит. Звучит, да? 800 миллионов и вот такая хрень. Вот видит Бог. Я на это глаз положил еще год назад. Мне позвонила женщина, я не позвонил, написала женщина, сказала, вот сними про эту штуку. Ну все, как говорится, мое терпение лопнуло. Вот здесь вот хрень с полосочками. Вот. Машины не заезжали. Вот такой вот он переход в целом и выглядит у нас. Вот так вот. Все. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Что-нибудь еще сниму. Как переход? Привет. Переход как? На шаги. Это кто сломал? Да, я тут ставлю. Так что там козак пасут. Вот сейчас
прилегающей территории. Вот к этому месту, к переходу. Вот так вот. Ну, а вообще у нас Башмаков не все так уж и плохо. Я побывал, как говорится, в городе Сердобске. Вот действительно город, а деревня деревней. У нас, можно сказать, лучше, чем сейчас в Пензе. Довольно-таки все облагоустраивается, дороги ложатся. Но, я не знаю, ну как косяки какие-то есть, вот бывают. И все это что-то высвечивается так вот. Подобие переходов, где-то каких-то забитых улиц. Но наш Башмаков сейчас, она, можно сказать, на первом месте. Я согласен с этим. Так что так.